Всех приветствую, продолжаем знакомиться с работами художников, скульпторов и их биографией. Канадский современный художник Кел Гаджу родился в Триполи в Ливии в 1968 году. Он в совершенстве владеет мастихином и насыщенными масляными красками для создания эклектичных, завораживающих городских пейзажей. Данные я беру из того, что мне удалось найти в интернете. Его интерес к искусству возник в очень юном возрасте. Друг семьи, который был художником, познакомил его с масляной живописью в возрасте 10 лет. Тогда он был полон решимости оставить свой след в мире как художник. Переехал в Париж в 1986 году на несколько лет, чтобы изучить искусство, прежде чем в конечном итоге переехать на Мальту. Вот что пишет художник. «Меня привлек Париж и его очаровательная архитектура. Меня действительно привлек образ жизни и культуры. Мне действительно нравится, насколько ценят искусство и культурное наследие. Париж для меня самый красивый город, в котором я когда-либо был. Однако я обосновался на Мальте, поскольку она была ближе к дому», пишет художник. В следующие несколько лет он зарабатывал на жизнь реставрацией классических произведений масляными красками в Королевской галерее изящных искусств, а также продажей своих акварелей. «Экспериментируя с техникой мастихина, я вскоре почувствовал вкус к техникам голландских и итальянских мастеров», говорит художник, «таких как Вермеер, Рембрандт и Караваджо. И это лишь некоторые из них». С 2003 года обосновался в Канаде, где до сих пор активно творит и расширяет границы своей техники. «В данный момент я использую технику мокрое по мокрому, но я все еще учусь и экспериментирую с новыми цветами. Мои мазки всегда могут развиваться». Коллекционеры сразу же были очарованы его работами, а уличные сцены Парижа, Лондона, Нью-Йорка, Ванкувера и многих других знаковых мест, созданные Келом Гаджевым, распродавались снова и снова. Его оригинальные картины маслом можно найти в частных коллекциях в 56 странах по всему миру. Провел первую выставку в 1983 году в Триполи. В 2000 году оказался в Великобритании, где руководил художественной галереей «Центр Британии». Открыв постоянные выставки в городе Карлайт в 2001 году, он продолжил развивать свои уникальные техники работы мастихина. Дальнейшие выставки в Лондоне и Гавайях помогли расширить глобальный размах карьеры Кела Гаджу. Ну вот все, что мне удалось найти в интернете о современном канадском художнике Кел Гаджу. Пока-пока, до свидания. Смотрим работы.